Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и сегодня мы с тобой продолжаем играть в Евротрак Симулятор на немецкой карте. У нас дождь, у нас ночь, приехала какая-то фура, не знаю откуда она взялась, но приехала. Вот мы с тобой везем дрова, ну мы их просто таскаем, как ты помнишь, мы были на секретной базе НАТО, а в этой серии мы с тобой едем вот сюда. Не знаю, хочу сюда доехать, посмотреть, что здесь вообще происходит. Вот, это, наверное, будет последняя, ребят, серия. Это будет последняя серия по этой карте. Надо было пошире взять. Вот. Будет, наверное, последняя серия по этой карте. Поиграли, посмотрели на великолепные немецкие дороги. Получили энное количество удовольствия. Вот, ну, интересненько такая карта. Сейчас еще съездим наверх, посмотрим, что там напоследок. Как это там все выглядит. Гонщик, блин, летит, обгоняет. Так, у меня что, у меня дальний включен и все. Так, разгоняемся максимально, как бы здесь, что нам позволяет, потому что вы знаете, какие здесь дороги. Сейчас мы упремся в пробку очередную и будем ехать очень долго. Из-за этого нам надо время сократить. Ночь, дождик, еще тумана не хватает, знаете. Еще туманчик бы добавить. Я сильно гоню, да? Подождите. Что-то у меня наушники отваливаются. Не пойму. Пропадают наушники у меня. Да, дорожки здесь у них, конечно, узенькие. Так, я извиняюсь, задолбали. Задолбали наушники отваливаться. Что за фигня? Проблем что-то то ли в штекере, который я вставляю, то ли в разъеме, куда я вставляю. Надо проверить, в чем проблема. Опять этот городок узкими дорожками. Сейчас там через замок поедем. Я не знаю, я условно его уже назвал замок.
Но, кстати говоря, бензина, вот мы все катаемся, да, сколько тут я откатал, получается, 4 серии. За 4 серии мы потратили, сколько у нас бензин-то было? Литров 40 мы потратили. То есть бензин вообще не тратится. Потому что у меня еще стоит реалистичный расход топлива. И заметьте, кстати говоря, мы здесь вот катаемся, а бензоправок я что-то не вижу. Заправок-то. Заправок как таковых нету. То есть в Германии что? Машины ездят на воздухе? Почему у них нет заправок? Что-то я не помню, где-то где здесь заправки. По-моему, в городе только я видел одну или две. О, господи, уперлись мы с тобой. В то, что упираться не хотелось бы. Это называется, ребят, пробка. Бывает. Заглохли. Даже не с двигателем жопа, ребят. Да, у меня с двигателем 26%. Охренеть. 26%, ребят. Ну, это мы там немножко в повороты не убирались. Бывает. Тот, кто ездит прямо, никто. Бывает такое, что не убираешься в повороты. Пробочку небольшую за собой там собрал. Подъем крутой? Ну да, ребят, подъемчик здесь такой, это не маленький. Тянем на предель, машинка слабая у нас. Сколько там, 400 лошадей? Обогнать-то их не могу. Даже захочу очень сильно. Педаль в пол жму. Сорок километров едем, ребят. Ну ничего, ничего. Километров. Что, здесь еще круче, что ли? Да, здесь подъемчик такой нехреновый. Трындец. Так, автобус уехал. Столбик, да, зашиб? Или нет, или мне показалось? Не понял. Может быть, зашиб? Ой, так, теперь фуру догнать надо.
А, мы в город приезжаем. Сейчас как раз после города получается. Там дорога более-менее будет. Лейман. Как лимон. Только лейман. Да, и после него, наверное, будет более-менее нормально. Да, еще бы двигатель не глох, и было вообще замечательно. А там техсервис, по-моему, есть. Да, или мне кажется... Скорость набрали. Интересно, у вас здесь маршрут какой-то вот странная, да, дорога, согласитесь. И отбираемся в какую-то башню. Почему нельзя было сделать как-то объезд или... Странно. Просто едешь, едешь дорогу, дорогу, потом раз. Какое-то странное узкое место. Мне кажется, или здесь техсервис? Да, здесь техсервис. Давайте заедем. Единственный раз, ребят, за все время. А то я чувствую, мы еще глохнуть будем. А я бы этого очень не хотел бы. Велосипедисты какие тут ночные. Вообще, по сути, бы надо без прицепа было заезжать. Давайте. Тюнинг. Тюнинг делать не будем. А что это? Я, кстати говоря, давно в игру не играл. Что это такое? Капитальный ремонт. Пробег 124 километра. А, действие. Ремонт. 1000. Замена. 11000. Починить все. А что такое пермоментный износ? Систематический износ, усталость и старение всех частей. Деталей узлов транспортного средства. Исправляется капитальным ремонтом. Угу. Износ компонентов 1%. Исправляемость... Ага. Средний урон 13%. Исправляемость ремонтом или замена деталей. Я починил, нет? Так у меня повреждения все равно, да? Вот. 1% это износ идет. То есть при износе в 100% машину нельзя будет именно отремонтировать, нужно будет менять. Допустим, а стоимость вот замены всего сколько встанет? 76 тысяч. Ни хрена себе. Но она изнашивается медленно, так я понимаю. Я правильно понимаю? Она же изнашивается медленно, да. Аж нам это с тобой не грозит. А туда отъехать-то можно? А я здесь вообще выйду. Что-то я как-то не так немножко сдал, надо было чуть дальше. Теперь хотя бы нормально поедем. Да? Да. Хотя бы нормально доедем. Ломаться хотя бы не будем.
Эту систему я знаю, то что вот по ремонту, пока по ремонту вроде внесли давно, но так я в игру давно не играл. Я только сейчас с ней столкнулся, с этой системой. А интересно, вот этот вот износ, повреждение, оно, ну, влияет как-то на машину? Ну, в том плане тоже, не то, что двигатель у тебя будет отключаться, да? А то есть на скорость, на маневренность. В принципе, должно, да, влиять. Все, полетели. Зато дорога, кстати говоря, очистилась. Нету здесь каких-то медленных фур. Мы с тобой сейчас быстренько долетим. Хотя я не знаю, что наверху карта будет твориться, ребят. Возможно, там сейчас будет дикая какая-нибудь пробка. Ой. Да. Видите, подтверждаю. Ой. Может быть дикая пробка. А может не будет дикой пробки. Может мы просто проедем и все. Надо нагонять упущенное время. Сзади меня мотопедка, что ли, едет? Фарами светит. Так, нам по прямой, да? Я правильно понимаю, вот здесь вот эта развилка на этот, ага. И все, да, мы едем. Мы едем чисто с тобой по прямой. Здесь не обращаем ни на что внимания. Направо нам показывает этот груз. Груз надо вести направо. Полетели прямо и прям туда. Там вот самого верх, куда мы едем, вот там может быть интересная дорога, ну такая интересная в смысле оффроуд, да. А вот здесь вот я не знаю, что здесь будет. Здесь, наверное, просто такая вот трасса будет. Дорога двухполосная, наверное. Мы просто, наверное, здесь поедем именно по ней. Поворот. Ловим скоростенку. Мне
Что-то я не понимаю, что солнце до сих пор не село? Время 10:30. До сих пор он солнце где-то слева там, вот видите, светло. Время уже ночь. А здесь что-то, кстати говоря, такое. А, здесь, кстати говоря, какая-то... Паундрау какая-то, не знаю. Какое-то предприятие. Заезжать, конечно же, мы туда не будем. Потому что нам это неинтересно. Хотя здесь... Тут по лесной дороге, кстати, туда заезжать. По такой, по оффроуд немножечко. Ну ладно, заезжать не будем. Нам, наверное, просто какой-то, наверное... Просто предприятие небольшое. Где, кстати говоря, можно было бы, наверное, взять груз наверх. Но я что-то сомневаюсь, что там был бы груз наверх. Зная игру, зная эту карту, точнее говоря, груз был бы, наверное, вниз. Знак, который нам о чем говорит? Ага, развязки. И едем мы, кстати, по второстепенке, получается. Это у нас второстепенка. И мы выезжаем сейчас, получается, на главную. Типа главная или что? Нет, подождите. Да, мы со второстепенки. Их. Со второстепенки, получается, выехали типа на главную. Ну что-то главное, по-моему, еще уже, чем второстепенка. Второстепенка была поширше, да, ребят? Это какая-то узенькая уже, это главное называется у них. Да, узенько. Ни влево, ни вправо, блин. Ну, хоть если что приспичит, можно в лес хотя бы выйти. Хотя бы не ограждено. Все мне моргают, я не понимаю. Даже менты едут, моргают. Предупреждают, видимо. Может, из-за того, что типа дальний свет у меня включен? А, да, наверное, из-за того, что у меня дальний свет типа включен. Ну, блин, мне для Ютуба надо, извините. Потому что там на роликах будет плохо видно. А типа моргают, видимо, потому что дальний у меня горит. Мы с горочки как разогнались хорошо. Давайте-ка сбавим. Да, они мне моргали, потому что у меня дальний. Блин, дорога ни влево, ни вправо. Заметили здесь какое движение активное? Охренеть.
Мне кажется, знаете, у меня такое ощущение, как будто я очень много... у меня почему-то ощущение, что я очень много столбиков пошибал на этих узких дорогах. Так, мы приехали в город. А в городе, заметьте, у них освещения даже нет. Почему-то. А что, у них действительно уличного освещения нет? А как они живут? Дикие какие-то немцы. Дикие немцы, а действительно ни одного уличного фонаря. Типа, чтобы за электроэнергию не платить. Типа, город маленький, так все, все знают и все видят. Как это работает, ребят? Ну, хотя парочку-то фонарей-то надо поставить, как бы. Ух, ёпта, извините. Я отвлекся. Я фонари искал. 6 тонн. Хорошо. 6 тонн, видимо, на машинах можно только 6 тонн. Так, а что мы здесь проезжаем, получается? Угу. Это предприятия какие-то, сельхозпредприятия, ребят. Вот это вот. Сюда можно было заехать. И все, у нас вот этот путь остался коротенький. Посмотрим, что там. Так, а здесь одностороннее, да, движение, я надеюсь? Или что? Ну, судя по этой развилке, нет. Ой, по этому знаку, точнее, не по развилке, а по знаку. Знак был к нам спиной, значит, здесь двухстороннее движение. Охренеть. А как я разъезжаться с кем-то буду? Ладно, когда с кем-нибудь встретимся, тогда и будем думать, как разъезжаться будем. Угу, вот и встретились. Теперь думаем, ребят. Ну все, не, нормально, можно разъехаться. Узенько, правда, но... разъехаться можно. Да, ну да. Если одному-то... сноватенько. Тихо. Я торможу. Только машина из ремонта, блин. Недостаточно тормозные усилия какие-то. Надо порезче тормоза. Здесь с горочки, да, как я понимаю? Ну да, так как мы скорость набираем, значит с горочки. Хорошо, нормально, проехали. Хвост зашел. Меня пытаются обогнать. Вот он больной совсем, нет? Посмотрите, он пытается обогнать. Серьезно, на такой дороге обгонять? Угу. Ночью. Замечательно. Совсем психопат. Совсем мою жизнь-то не мила. Закрышку мы пропустим. Ведь в реальной жизни тоже такие психи есть, которые вот так вот берут, обгоняют на таких узких дорогах. Вот он все пытается вон обогнать. Что здесь за дорога такая интересная? Подождите. Припарковались? Не мешаем более-менее? Не мешаем. Пойдемте посмотрим. Мне интересно, вот это, что за дорога такая? А, здесь перекрыто, да? Ага. Ну она просто, да, такая и сюда. Типа, да. Ага, все понятно. Все понятно. Я думал, может какая-то скрытая это, блин. Лошадки. Какие лошадки. Я думал, такая скрытая, типа, ну. Думал, тайная тропа, тайная, знаете, такая.
нет. Интересно, знаете, вот так вот просто поездить, какие-то тайные тропы поискать. Интересные. Возможно, они здесь есть. Возможно. Но это не точно. Это как бы просто мое личное предположение. Почему-то я не знаю. Ну что, мы, в принципе, приехали практически. Смотрю, как я там в столбике убираюсь. Ой-ой-ой-ой-ой. Опять разогнался. Сумасшедший совсем. А нам вот сюда, вот-вот, справа. Смотрите, что самое интересное. Вот нам вот сюда вот справа, да? А чтобы сюда заехать справа, нам надо вот эту вот еще петельку проехать. Я не понимаю, почему нельзя было вот здесь вот выровнять между сосен и сюда заезд сделать. Да? Или вот здесь вот почему нельзя было? Что за бред? Иногда не понимаешь этих строителей. Разметочка появилась узенькая. Да. Разметочка здесь действительно узенькая. На клавиатуре неудобно подруливать. Таким узеньким. Вот прям я прям еду по границе. Блин, на, прям вот с мою машину, блин, чуть влево, чуть вправо. И жопа. Так, ну поедем, да, туда что ли спустимся? Или куда? До лесоповала. Притормаживаем. Берем поширше. Заберусь? Нет, наверное. Давайте прохожу. Да, прошел, тихо. Тихо. Че я там? Нормально. Поехали. А ты куда, газелька? Ты за мной? Нет, она. Она за мной не хочет. Так, товарищи, вы бы это тут как-то собаку не задень. Ой, извините. Я просто выбирал между собакой и машиной. Так, куда подъедем-то? Ну давайте на эту вот, куда мы хотели. Куда тоже может подъехать. Ну поехали сюда. Я просто не хотел собачку задеть. Машина — это металл. Бывает все-таки живое существо. Да, здесь немножечко грунтовочки. Наши любимые грунтовочки. Ну вот и все, в принципе, мы доехали, ребят. Тракторист какой-то ночью здесь стоит. Ну, трактор там пыхтит. Вот, в принципе, доехали мы. Попробовали эту модификацию. То есть не модификацию, а именно карту. Ну, такая неплохая, маленькая, конечно. Но, блин, прикольненько, конечно, есть моменты прикольные. То есть не просто по трассе, где едешь, точки А в точку Б. Да, то есть есть вот такие вот моментики интересные. Вот, мне в принципе, понравилось. Ну,
С грузами только здесь проблема. То есть почему-то грузы именно куда-то все в одну сторону. Можно, наверное, найти еще, как я уже говорил, road off, то есть именно где грузы есть, карты такие, где можно возить грузы типа, по каким-то экстремальным местам. Может быть, поищу, но в основном эти карты, которые road off, то есть по бездорожью, как бы, они обычно... А, мы тут сверху, да, съехали? Я просто думал, может, я здесь мог проехать изначально. Может, я не заметил поворота. Родов, они обычно по бездорожью, те, которые карта, они обычно какие-то такие хреновые, ну, не атмосферные. То есть чисто как челленджи, знаете, там просто проходишь. Хотелось бы все-таки какие-то поатмосферные карты. Трипстад какой-то. Доехали до Трипстада. Полной темени, ребят. А что здесь есть? Давайте посмотрим. Здесь только есть какие-то палеты, которые надо везти на конину. Почему-то только один груз и только на конину. Все, ребят, на этом все. Мы с данной модификацией заканчиваем. Мы расцепляемся, оставляем здесь им дерево. Это подарок от базы НАТО. От базы НАТО им подарок. А здесь что, домик? Да, это мой сарайчик, я здесь живу, ребят. Жигуленок вот стоит. Как раз мой. Жигуленок, о, дед стоит. Все, я приехал домой. Нормально. Озеро, слушайте, красиво здесь озеро. Замечательно. Вот так вот. Поиграли, покатались. До сих пор закат. Время там 11 часов, уже у них все, закат до сих пор. Вот. Поиграли, покатались, посмотрели. Неплохая модификация. То есть просто прокатиться спокойно. Знаете, покататься просто спокойно. То да, прикольненько, вот. Довольно-таки неплохо. Все, увидимся с тобой уже в следующих каких-то модификациях. Может быть, это последняя модификация. Может, я, знаете, может, в мультиплеер можно зайти поиграть. Евротрак симулятор онлайн, да? Там надо только скачать это все, поставить. Вот. Все, увидимся с тобой уже в следующих играх. Всем до встречи, всем пока.